Социальная платформа Medium отказывается от запрета на публикации, связанные с криптовалютной темой. При этом читателям рекомендуется самостоятельно изучать информацию, знакомиться с рисками, связанными с инвестированием в криптовалюты. Для этого платформа Medium разместила несколько ссылок на источники с инструкциями по распознаванию мошеннических случаев в криптовалютной среде, а также ряд запретов, за нарушение которых аккаунты могут быть удалены с площадки как спам. Например, использование анонимного адреса электронной почты, который не связан с доменом проекта, реклама или участие в благотворительных кампаниях, включение в текст скрытых ссылок или сокращенных URL-адресов или включение в публикацию больше одного адреса электронного кошелька и другие.